Самаре на площади Куйбышева открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Она рассказывает о жизни героев времен Великой Отечественной войны и современности. Это главная тема нашего парада 2023 года. Основная тема – герои и подвиги, когда мы рассказываем не только о событиях, мы рассказываем в первую очередь о людях, о судьбах, об их подвигах. Поэтому здесь представлены и герои Советского Союза, среди которых есть Владимир Иванович Чудайкин, которому мы в 2019 году посвятили парад памяти и 126 парадных расчетов из 23 регионов его приветствовали криками «Ура!». К сожалению, через год, в 2020 году, Владимир Иванович не стало. Алексей Моресьев. Алексей Петрович тоже связан с судьбой Самары, потому что это тот самый великий летчик, который именно здесь, в Самаре, проходил лечение. И именно здесь, в Самаре, он совершил свой первый полет. И в благодарность врачам он открыл госпиталь ветеранов, в котором сейчас проходит реабилитацию и лечение, в том числе ребята специальной военной операции. Портреты и краткий рассказ о судьбах участников СВО составляет вторую часть выставки. Это герои Российской Федерации. Большинство получили высокое звание уже посмертно. Это те люди, которые совершили свой геройский подвиг, сейчас защищая на тех же рубежах территорию Украины. Организаторами выставки стали Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны. Проект всероссийский. Экспозиции открываются в разных регионах страны с учетом героев, связанных с этими регионами. В Самаре открытие выставки приурочили к проведению парада памяти. Надо брать пример таких людей. Это же герои, это настоящие мужчины. Молодцы. Это очень даже вот для молодежи. Я вот вижу, столько молодых здесь сейчас вот собрались на площади. Мы в прошлом году были, тоже смотрели, были просто поражены, что вот даже из районов много приехало. И молодых, и там с предприятий, и студенты, и ученики какие-то. Да? Но это просто, я считаю, что для молодежи это настолько полезно, что просто слов нет. Выставка будет находиться на площади Куйбышева до 19 октября. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.